Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, и мы продолжаем играть в Stickman Destruction. У нас продолжение, и, соответственно, я, ребят, за кадром, конечно же, много поработал и открыл 4 новые карты, они были очень дорогущие. Стоит здесь это прям приличненько. Мы закончили вот на самой вот этой вот карте. Она у нас, кстати, была самая последняя. В прошлой серии мы открыли тоже безумно большое количество карт, и наш Stickman спасался от вот такого вот огромного количества валунов, которые сыпали на него. И здесь, кстати, неплохо зарабатывать очки на этой карте. Вот, допустим, мы сейчас заработали 33 тысячи очков. Это приличненько. Это прямо супер. Ребят, если вам нравится Stickman Destruction, прямо сейчас, друзья, жмите лайкос, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Ну что ж, у нас новая карта. Вот она у нас вот похожа на пинбол, что ли, что-то в этом духе. Давайте попробуем. Тут попробуем, наверное, на скейте. Ой, что-то я слишком, наверное... Может быть, без скейта попробуем? Давай попробуем просто прыгнуть. Давай, друг мой, прыгни, прыгни, родимый. Ноу! Это все, на что он способен. Так, ладно, хорошо, просто прыгнуть не получится, а на скейте можно будет разогнаться. Давай, дружище, разгоняйся на скейте и посмотрим, что это за карта у нас такая. Так, внизу должно быть... Оу, вот так вот, да, у нас подкидывают наверх, посмотрите, здесь можно, в принципе, довольно неплохо попробовать как-то подзарабатывать немножко очки, если у нас, конечно же, получится. И, в принципе... Ну, довольно так себе, я вам скажу. Так себе, наверное, нужно здесь работать с транспортом. Давайте попробуем сейчас на кресле-качалочке нашей. Кресло-качалочка, давай. Жми. Какая же она медленная. Ребята, здесь нужно вот реально ускорить весь этот процесс, чтобы как будто он плавает где-то. Вообще непонятно. Оу, все, разбивается наше кресло. Не зарабатываем 10 тысяч очков. Ну, это, в принципе, не так-то и много, ребята. Это, в принципе, не так-то и много. Мне бы хотелось, чтобы вот эти вот штуки, которые у нас двигаются, они были как-то вот хоть побыстрее варьировались, тогда было бы более прикольно. Вот, например, что-то в этом духе. Во, хорошо, вот это пошло хорошо прям. Смотрите, обратно нас закидывает на старт, это обалдеть. Так, мы обратно улетаем на старт, невероятно. Мы улетаем просто за кадр, куда-то падаем, и нам даже не показывают, что с ним происходит, потому что это происходит, наверное, страшные вещи, страшнейшие вещи, и я даже не знаю, мы куда-то улетели за карт, друзья. У нас в Stickman'е не раз такое было, но здесь у нас почему-то не показывается дальнейшее наше путешествие нашего дорогого каскадера. Так, ну что ж, мы летим опять же вниз. Вот теперь нас опять закидывает обратно на финиш, на старт, вернее. И опять мы летаем за карту. Серьезно? Дважды подряд мы улетаем за карту. Ребята, это невозможно реально повторить. И я даже не могу набить очков, потому что у нас как-то, я не знаю, он, наверное, куда-то там падает, бьется. И это, возможно, бесконечно. Это, может быть, читерский такой способ заработать очки. Посмотрите, очки-то у нас нарастают, но наши Stickman, он улетает куда-то реально за кадр. Я не знаю, что с ним происходит. И наша каточка, она не заканчивается. Давайте возьмем сейчас джип и посмотрим, что у нас джип нас покажет. Давай, дружище, на джипе попробуем разломать вот эти вот преграды, которые нам мешают. Опа, подкидывает. А вот хотел бы я в обратную сторону нырнуть. Ну-ка, отличненько, отлично. И здесь, посмотри, нас может прижать между вот этими вот штуковинами. Нас реально может прижать. Так, хорошо, как-то у нас немножечко так лояльненько подбрасывает. Так медленно, здесь нужно ускорять. Ну что же они такие медленные? Их нужно немножечко ускорить, чтобы они были прямо жестко-жестко нас долбили. Ребята, в принципе, здесь, получается, мы что, навечно останемся? А нет. Посмотрите, мы просто падаем вниз, нам реально повезло. Так, хорошо, идем дальше. У нас будет следующая карта, но это как бы карта такая немножко сонная. Ну, а я предлагаю сейчас окунуться, наверное, в более трешовую ситуацию. У нас следующая карта. Что же нас здесь ожидает? О, вот это уже интереснее. Здесь уже мельница, а это всегда прикольно. И мы опять же улетаем, походу, за карту. Ребята, а это просто обалдеть. У нас что-то прямо очень много вылетов за карту идет, и я даже не знаю, как с этим бороться. Друзья, нам нужно поставить либо там, чтобы камера нас снимала, да, как бы, да, либо сделать побольше стену, чтобы мы не улетали за ограждение. Это печалечка может быть. Так, что у нас внизу? Ой-ой-ой-ой-ой, вот это было падение, вот это жестокое сейчас было. Месиво с нашим Stickman'ом произошло, и мы зарабатываем 11 тысяч очков. Это, в принципе, не так-то и много. Берем велосипед. А вот велосипед мне очень нравится, потому что он такой легенький. Он быстро разгоняется, и, соответственно, на нем можно позажигать нормально. Позажигать и...
посмотреть. 12 тысяч очков, ну, 13,5, ну, пойдет как бы средненько, но мы воткнулись в мельницу, в принципе, неплохо. Посмотрим, что у нас покажет наш мотоцикл. Наш гоночный мотоцикл должен сейчас разнести все на своем пути, но посмотрите, как ему везет реально, он даже ничего не задел, это такого специально. Специально, я даже не знаю, как такое можно повторить, но, ребята, это нам реально повезло, потому что мы не задели ни один этот самый аттракцион. Так, ну что ж, бро, давай, дружище, затащи сейчас с вот этим вот... О, джипом, смотри, его разбивают, вминают его в стену, его еще будут добивать, наверное, да? Так, он падает вниз, и здесь, а здесь, к сожалению, ребята, джип, конечно же, уносится вверх, а нашего главного героя, мельница не смогла зацепить. Слишком коротенькие ручонки у нее оказались, а мы идем далее. Следующее, я тоже вижу, что-то у нас будет связано с мельницами, еще одна карта, у нас еще, получается, две новые карты, и давайте посмотрим, что они себя представляют. Так, неплохо пока, хорошо пошло. Так, где мы, куда мы улетаем? О, здесь еще одна мельница. С мельницы на мельницу мы летим. Обалденно. Так, ну вот это уже куда не шло. Здесь уже интереснее. Здесь у нас сколько мельниц? Три мельницы получается, да? А, сейчас мы посмотрим. У нас получается, да, три мельницы. И тут еще сбоку, видимо, какие-то приблуды, которые нас толкают, да? Какие-то прессы такие, таранчики из стены выпирают, с помощью которых можно... Хорошо, конечно, пробивать по нашему главному персонажу. И здесь у него как-то ему повезло. Он пролетает как бы немножко мимо. Набивает крайне как бы мало очков. Но, к сожалению, колесико. Я думаю, сейчас, может быть, колесико нам добьет очков. Но, к сожалению, колесико слишком легкое было. И не смогло нам набить нормальное количество очков в финише, так скажем. Так, ну здесь нормально. Велосипед в хламинов. Велосипед ну, просто в хлам разбивается. Мы летим дальше. Колесом бьется по пузу прямо нашему главному герою. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, хорошо, 14 тысяч. Ну, 14 тысяч неплохо. В принципе, карта довольно любопытная, ребята. Карта довольно любопытная. Мне нравится, что у нас еще впереди получается солидное количество карт. Это круто. Посмотрим, что сейчас мы сделаем на этом самом мотоцикле. Так, мотоцикл, конечно же, разлетается в хлам. И сейчас мы можем встретить вот таким вот образом. Воу-воу-воу. Ну-ка, и еще посмотрите, под завершение еще разочек ударяется. Вот это да. Вот это да, мельница. В принципе, мне нравится аттракцион в Стикмане. Их нужно больше делать и увеличивать им скорость, мне кажется. Увеличивать им скорость, чтобы было вообще вот просто трэш должен твориться. На мой взгляд, должно быть как-то так. Посмотрим, что у нас с джипом произойдет. Так, джип у нас улетает в небо. Здесь мы пролетаем одну мельницу, вторую. И третья мельница у нас как-то даже... легонечко принимает. Совершенно Стикман у нас не смог сломать как можно больше костей. А для Стикмана это важно, ребята, его смысл жизни ломаться и восстанавливаться. И мы идем дальше. Следующая карта у нас, в принципе, с какими-то шарами. Что это за карта, я себе не представляю вообще. Что это за карта? Давайте глянем, что она себе представляет. Что это за шары такие? А, это шары, от которых, наверное, нужно будет... отпрыгивать, да, помню, в прошлых частях Стикмана были такие шары, но здесь они как-то, они должны быть, наверное, поменьше. Здесь вот, посмотрите, мы просто не долетаем никуда, я хотел бы, чтобы их было больше, тогда будет, конечно же, угарней. Так, посмотрим на нашем инвалидном креслице. Господи, не все время жалко, я думаю, на инвалидном креслице чувачок летит, давай, прыгай, и бам! И это все, да? Нам нужно разогнаться. О, колесо хоть сделало доброе дело. Немножко нам очков накинуло. Колесо, это, конечно же, хорошо. Но, к сожалению, это больших очков нам не приносит. И здесь мы падаем на самый первый круг. На самый первый шар, вернее. Обратно улетаем на финиш. Красиво, конечно же, да. Красиво, очень-очень здорово, да. Серьезно. Прямо топчик. Идем далее. Давайте мы сейчас возьмем мотоцикл. Я предлагаю, ребят, взять мотоцикл, разогнаться и выпрыгнуть с него. Вот так вот, да, перелететь дальше, потому что мы дальше не можем никаким образом. О, вот это нас мочкануло, ребята, вот это нас мочкануло. Отлично, тридцаточка. Вот это уже бодренько, да, это новый, видимо, практический рекорд. У нас 39 тысяч было рекорд, да? Ну, 30 тысяч, это, в принципе, уже ощутимо, ребята, это уже ощутимо.
хочешь. А если мы на джипе просто спустимся, я не буду выпрыгивать. Что произойдет, если просто мы упадем на джипе вот так вот? Так, делаем сатуху, уже 27 тысяч, это уже отлично. 27 тысяч, но, по-моему, мы установить рекорд, наверное, сегодня не сможем. 35,5, близко к рекорду, к сожалению, но это все равно не рекорд. А если мы сейчас сделаем вот таким вот образом? Я разгонюсь и выпрыгну с джипа. Попробуем, давай выпрыгиваем, о, молодца. Так, хорошо, 5000. 5000, и куда-то пролетает. Ой-ой-ой-ой, вот это да, вот это да. Там еще много шаров, оказывается, их даже больше, чем я думал. Так, нормально, но все равно очков, к сожалению, даже до 30-очки мы не добираемся. Это прям печалечка. А если с велосипеда, наверное, скакнуть? А если с велосипеда попробуем? Давай, дружище, разгонись как следует и прыгай! Да, полетели! Прекрасно, прекрасно летим! Оу, красиво, красиво. И тут, конечно же, у нас финалочка происходит. Ну что ж, давайте посмотрим еще одну карту. Да, друзья, мы открываем новую карту. Она из себя представляет, наверное, огромное количество каких-то таранов. Давайте посмотрим, что это такое. У нас 5 миллионов она стоит. 5 миллионов 300 тысяч. Это сумасшедшие деньги. Здесь куча таранов, ребят. Куча таранов, я не знаю. Долететь, наверное, без царапины не получится. И это, конечно же... очень жестко. Я думаю, сейчас с транспортом будет вообще просто разламывать, разрывать все на своем пути. Кстати, из-за кадра у меня получилась мега эпичная катка в 70 тысяч очков. Я постараюсь сделать что-нибудь подобное. Если получится, ребята, посмотрим. Но если это здесь рандом. Стикман — это полный рандом. Здесь не запланировано абсолютно ничего. Каждый раз получаются разные варианты и разное количество очков. Конечно же, зарабатывается в зависимости от, скажем так, удачи. И вот, например, вот это у нас было дичайшее падение. 37,5 тысяч очков. Это прилично. Даже 39, почти 40 тысяч очков. 41 тысяча очков даже. Вау. Ребята, мы только что побили свой старый рекорд. Едем дальше на велосипеде нашем. Давайте посмотрим, что у нас покажет наш велосипед, какое количество очков можно здесь набить, если взять с собой велосипедик и отправиться в путешествие. Так, посмотрим. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, колеса у нас сейчас сыпятся, 40 тысяч очков. Вау, ребята, на этой карте можно зарабатывать прямо безумно много. Это хорошо, это очень, кстати, классно. Давайте возьмем сейчас мотоцикл и посмотрим. Я разгоняться слишком не буду, хочу немножко вот так вот упасть сразу же на первый таран. Или не получится на первый, не получилось немного так. О, меня прессануло прямо собственным мотоциклом. Ребята, 39, 47 тысяч, 49, 50 тысяч, 54 тысячи, 57, нифига себе, вот это да, 58 тысяч, сумасшедшее количество, мы практически побили свой рекорд. Ну, естественно, давайте посмотрим на джип, что у нас джип покажет. Давайте поглядим, джипяра, джипяра, машина огромная, самый большой здесь транспорт это джип, и посмотрите, как его сминает, а? Ребята, его сминает очень-очень жестоко, прямо прессом, прессует его, разламывает по кусочечкам, так, хорошо, нормально. О, вот это да, ребята, 60 тысяч, 66 уже тысяч, 80 тысяч, 86. Ё-моё, это, ребята, абсолютный рекорд, 89 тысяч с половиной, сколько нам в итоге насчитает, 89 тысяч с половиной, прямо вот сейчас мы побили свой собственный рекорд на новой карте, ребята, ну это потрясающе, у нас остается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 карт у нас остается, дойти до них будет крайне трудно, миллион, сколько там, 13 миллионов стоит последняя карта, сумасшедшие деньги, сейчас у нас 5600, 5 миллионов с половиной практически, да, чуть больше. Ребят, ну это, конечно же, грандиозное здесь путешествие, огромное количество карт. Хотелось бы, чтобы больше бы здесь было бы у нас транспорта, ну а также больше вот этих вот крутилечков, чтобы они более как бы в ускоренном режиме работали. Вот остальное все прекрасно. Ребят, ну и, кстати, как только мы пройдем первую часть, мне уже разработчики подарили вторую часть. Я вас обрадую второй части, поэтому, если вам нравится Stickman Destruction, прямо сейчас ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. С вами был Родригес, я желаю всего самого хорошего, всех наступающим и пока-пока!